Сегодня мы завершили оглашение материалов дела. Традиционно самую скучную часть судебного процесса, в ходе которой прокурор шелестит бумажками и монотонным голосом читает фрагменты документов, и так знакомых всем участникам процесса, а кроме них никому не интересных. Я не раз участвовал в этой процедуре в качестве слушателя и корреспондента, а теперь вот попробовал в статусе подсудимого. Ответственно заявляю, через стекло аквариума оглашение не кажется более увлекательным, чем со слушательской скамьи. Скорее даже наоборот, не соседом тебе пошептаться, не в телефон позалипать. Зато не могут удалить из зала и пускают на все заседания, даже закрытые. А еще суд всегда приходится на твой выходной. Не надо добираться под дождем от метро и волноваться из-за опозданий. Без меня не начнут. Есть свои плюсы в общем. Поэтому хочу выразить огромную признательность тем, кто находит силы и время приезжать сюда, несмотря на отсутствие таких привилегий посреди недели. Часами слушать убаюкивающие речи прокурора и не засыпать, рисковать быть удаленным за каждый шорох, а потом возвращаться домой холодным и темным ноябрьским вечером. Каждый из вас – причина не терять веру в людей и надежду на лучшее будущее для нашей страны. Россия будет свободной. 3 ноября 2022 года. Матроска. Дима.